твой шанс, твоя судьба, твой шанс, и ты звезда. Мы на этой сцене встречаем аплодисментами Светлана и Василий Гредневы. Ваши аплодисменты! Добрый вечер. Сегодня мы хотим на ваш суд представить такую немножко странную песню. Много-много лет назад, увлекаясь морской тематикой, я обратил внимание на то, как, наверное, кто-то помнит. У Алексея Максимовича Пешкова, он же Максим Горький, есть рассказ о том, как он учил азбуку. Помните, там были такие слова «азбуки», «ведь», «глаголь», «добро», «иже» и так далее. В принципе, меня заинтересовала эта азбука очень давно и пытался через точки тире перевести, а что же это означает. И в результате получилось такое произведение, которое я сейчас вам представлю на ваш суд. В переводе, скажем так, на современный русский язык азбуки «веди» означает «я Бога ведаю».
Благодарю.